Ребята, привет, привет, привет. Все, теперь я на изображении. Теперь я, собственно, я в телевизоре. Это здорово. Сейчас ждем еще немножечко, пару минут, пока все соберутся. И понесемся вскачь по прериям ФБ. Fantasy Battle сегодня у нас, потому что мы когда вели большой-большой стрим, кто-то там сказал, хочу ФБ. Я такой, ну хотите ФБ, будет вам ФБ. Привет, Роман, добрый вечер тебе. Вот, так что сегодня будем долбить потихонечку. Это будет не End Times. Мы сейчас берем Сарсмаук, мое почтение. Вот, мы будем именно гонять по, знаете, таким рассказам ФБ, которые не из основной ветки, то есть не из End Times, а более такой не самой популярной, скажем так, которая... Некоторые пропускали мимо себя, и посему, как бы, но это все равно большой пласт бэкграунда, как бы, я считаю, что он как раз-таки наполняет вот эти зазоры в основном повествовании, потому что в End Times у нас все такое масштабное, крутое, огромное, титанические битвы и сражения, а вот в рассказах, именно в таких коротких каких-то новеллах, рассказах, там передается именно такой дух, дух того мрачного средневековья, Средиземья. Вот. Старого мира, короче. Михаил, а вы тебе тоже. Рад видеть. Все, всех рад видеть, кто пришел, кто прочитал. Потому что сегодня, на самом деле, я пришел с утра на студию. Мы работали со всей силы. И мне такой Ваня говорит, надо стримить. Я такой... Почему, говорит, ты мне постоянно говоришь, что надо стримить, блин, за час до того, как надо стримить. Ну вот, надо так надо, собственно говоря. Благо, рассказ был готов. Вот, планировалось записать на него, блин, и сказ. Но почему, в принципе, на стриме вам тоже все это не рассказать. К тому же, он в любом случае будет в записи. Кто сегодня вдруг пропустит, посмотреть сможет. Вот. Яков, привет, привет. Борода растет, как ты видишь, и колосится потихоньку, полегоньку. Я думаю, доведу ее до состояния безумного дровосека, а потом опять ее будем немножко прорежать. Владислав Гиба нам скинул 25 рублей. Спасибо, Владислав, за честь и отвагу. Так и есть. Сегодня у нас будет и честь, и отвага, и много всего интересного. Вот. Ну, собственно говоря, из названия стрима, я думаю, сегодня все уже прочитали, что мы сегодня отправляемся в Вальдорф, в столицу империи, и сегодня там у нас будет кровавая луна, много крови. Так, сейчас, секунду. Михаил, донат должен был прийти. Ну, раз должен был, то придет. Сейчас увидим, сейчас посмотрим. Это не ты, Владислав Гибом? Может, я тебя прочитал? Вот. Все, сейчас ждем еще буквально пару минут. Пару минут ребятам подтянуться, мне поднастроиться и полетим дальше. Вот, сегодня, значит, у нас Альдорф. Сегодня у нас будут тайные интриги расследования. В прямом смысле этого слова. Будет сегодня у нас кровища, расчлененка, кишки. В общем, все. Все, за что мы любим Вархаммер. Со всеми его прилагающимися штуками-дрюками. Да. Как там, люди появились уже? Да, потихонечку. Не зря вернули ФБ. Потихонечку, полегонечку. Мы ФБ вернули. Промо стримов ФБ. О, 25 рублей, спасибо большое. Да, я уже зачитал. Да. Класс. Владислав, молодец. Живем. Название стрима старое. А ты ж ёперный театр. Название стрима старое. Срочно. Что? Название стрима старое. Сейчас разберемся. Всеми техническими вопросами просто заведует Ваня. Вот, а Ваня уже немножко потерянный под вечер, как бы, а я просто сижу глазами хлопаю и... Чё надо нажать? Как он еще раз называется? Кровавая луна над Альдорфом. Надо Дольфом хотел сказать. Вот это хорошо. Обновить. Артекс заменить.
и что и все будет после этого прекрасно, я уверен. Какие штрафники? Да, сегодня также на сайте у нас вывалились наш блин сказ по штрафному легиону. Кто еще не смотрел, welcome. Зацените, да, там начинаем потихоньку мы разгоняться. Будет хорошо, я думаю. И сейчас поправим тебя еще в ВКшке тогда. В ВКшке тебя тоже исправим. Немножко лучше стало. Так все вроде нормас. Это кажется. Как в России, все кажется нормас со стороны. А на деле-то. А нет, смотри-ка, но осталось только название изменить. Вот. Вот теперь хорошо. Хорошо же, да? Ну, живем-то хорошо. Оп. Эту штуку тоже возьмем. И, не поверишь, пихнем ее. Это нет, не порно-стрим. Спасибо. Это наш... Вот так вот. Ну, нужно провести технический ремонт. Одобрить. Просто готовились в ППХ. В ППХ. Привет, Фома! Все, 25 твоих человек готовы внимать тебя. Ну что, 25 хорошее число, поэтому можно потихонечку. Папа опять. Да. Ну, печать хаоса, пожалуйста. Почему, кстати? А почему печать хаоса? Ну-ка, стоп. Я на это не рассчитывал. Сарсмаук, спасибо. Сарсмаук, наша вам с кисточкой, кепочкой. Оба. Как в анекдоте в этом. Кепочка где, знаешь? Ну, типа, короче, тонет мальчик в реке. Боже, весело. Мужик его спасает, короче, приводит домой, открывается дверь, там стоит Сара такая. Ой, спасибо, что спасли нашего мальчика. Ну, такой, да всегда, пожалуйста, уходит домой. Спустя пару дней ему, короче, дверь стучается, он открывает, там это Сара стоит. Она такая, это же вы спасли нашего мальчика? Он такой, да, она такая, а кепочка где? Что я этот анекдот знаю еще с детства, знаешь, то есть меня с детства... антисемитом воспитывали, походу, каким-то, я не знаю, ужас и кошмар. Смотри, вот, смотри, 34 человека сразу такие, что? Анекдот про евреев? Поехали, понеслась. А, все, давайте начинать. А, Фома, привет. Фома, наш любимый модератор. Да, а, собственно говоря, сэр Смаук, пусть твой путь будет усилен сокровищами. Спасибо за сокровища. Фома, ты молодец. Фома, сэр Смаук, спасибо тебе за сокровища. Ну, собственно... Что еще ожидать от такого классного, чешуйчатого парня-дракона, как не сокровище? Итак, давайте потихоньку врываться. Собственно говоря, сегодня у нас идет бэка-стрим по рассказу из вселенной Warhammer Fantasy Battle. Это будет рассказ под названием «Кровавая луна над Альдорфом». Вот, если вдруг кто-то там не в курсе... Это будет странно, конечно, но мало ли, если со вселенной ФБ вы не знакомы, то Альдорф — это столица империи, столица, собственно говоря, вот этого старого, империи старого мира, где у нас находится, императорский дворец, где у нас находится центр, собственно говоря, церкви Сигмара, его центральное, вот, храмы и центральное управление, и вообще, ну, столичный город, весь в таком... гримдарковом стиле, ну, в общем, знаете, вот это позднего средневековья, то есть это узенькие улочки, какие-то там таверны, лавки, все серое, все достаточно невзрачное, но местами прикольно, везде там всякие такие готические строения, готические памятники, вот, кто, если играл в Bloodborne, тот, в принципе, в теме будет, тот будет шарить. Александр, люблю анекдоты про евреев, ну, еще потом парочку травану. Вот, собственно говоря, происходит действие у нас там, и для начала, наверное, познакомлю я вас с нашим главным героем, а зовут его Завант Кёнигер, или как потом его будут называть, Герр Кёнингер. Вот, это очень своеобразный джентльмен, а именно, почему я как раз-таки выбрал этот рассказ, это, по сути, блин, Шерлок Холмс в мире ФБ, потому что он является ученым-детективом, который раскрывает преступления, связанные с хаосом, связанные с ересью, при помощи криминалистики, дедукции и изучения, собственно говоря, изучения хаоса. Михаил Т. Больше фэнтези, богу фэнтези. Вот, сейчас наваливаем, собственно, потихоньку стараемся.
А, Хас, любишь узенькие улочки? Да, я знаю, да. Вот, он, собственно, наш детектив ученый, у него есть свой такой доктор Ватсон /паспорту, а именно у него есть слуга полурослик, попозже мы с ним тоже познакомимся. Это вот как раз-таки, вы знаете, классический доктор Ватсон, принеси, подай, запиши, запомни, отнеси. И с чего же, собственно, все начинается? Давайте сейчас сразу же начну читать вам. Теридакс. Теридакс 100 рублей нам отправил без сообщения, но тем не менее, спасибо тебе, ты славный малый. Ну или, возможно, ты славная девица, как в этом... В третьем Человеке-пауке было, говорит, хочешь подкатить к девушке, скажи, ты славная баба, я славный мужик. Все, всем спасибо за донаты, Фома. Процитирую тебя и начнем немножко врываться. Собственно говоря, с чего начинается история? Начинается она с ночного Альдорфа. Город объят у нас ночной тишиной, которая перемежается какими-то, знаете, городским шумом, воплями, криками, звуком проезжающих дилижансов и телег. Где-то в торговых кварталах еще кипит такая уже остаточная торговля перед закрытием, лавки потихоньку сворачиваются. В квартале трактиров и у прочих увеселительных заведений и борделей, собственно, начинается самая горячая пора. Люди веселятся, радуются, выпивают, закусывают. Кто там по части дам не промах, тоже как бы проблем не знает и бед не ведает. И за всем этим, за всей этой картиной наблюдает некто. Над городом всплывает кровавая луна, практически полная. Кто не знает, если красная луна всплывает, собственно говоря, на небесах, то влияние хаоса в это время усиливается. Усиливаются именно какие-то хаоситские существа, придури в голове, усиливаются психические расстройства. То есть, если у человека кукуха течет потихонечку, то вот, когда всплывает кровавая луна, он прям на отличненько с катушек слетает, начинает рубить дверь топором и кричать «This is Johnny!» Вот. И, собственно, вот так все это дело и происходит. Над городом плывет кровавая луна, и некто наблюдает с вершины парапета одного из зданий. Он сидит на нем и наблюдает за городом. И нам описывают, что это явно не человек, потому что у него на руках когти. Он вцепляется ими в парапет, он смотрит на город. И его измененный взгляд, он пронизывает не только... Ну, ночную тьму, естественно, как бы, то есть он прекрасно видит в темноте. Он видит сквозь пространство, сквозь время, и он, его спектр зрения периодически изменяется, и он видит как историю этого города, то есть он может одновременно находиться в разных временных, скажем так, в разных временных пространствах. Он видит, как город много сотен лет назад объят пламенем, как люди по нему бегают и как происходит битва в городе, гражданская война идет за корону и за титул императора. Город объят пламенем, люди, обезумевшие от страха, носятся по улицам, по площадям, он бежит среди них, он несется, хватает людей, вцепляется им в горло, вырывает просто куски плоти, он там весь в крови, измазанный в кишках. И он хохочет, он прям восхищается, типа это горящий город, ночь, кровавая луна, он поднимает голову и славит просто кровавую луну, говорит, как классно, я прям не могу, как мне нравится это все, как мне нравится расчленять и есть людей, ух, прям доставляет ему это удовольствие. Потом он такой пару раз моргнул и видит город уже в другом виде, он видит затихший, опустевший город, он видит затихший Альдорф, практически заброшенный, потому что в город пришла чума. Чума, которая убила очень много людей, которая просто выкосила очень большой пласт жителей империи. Он видит заколоченные дома, он видит людей, которые слоняются по улицам, ослабевшие, какие-то
пятнами на лице, вот этими бубонными бляшками, то есть все от чумы, видит горы трупов, что все огни приглушены, то есть город как будто пустой, даже в императорском дворце не горит свет, то есть все боятся, все прячутся у себя по домам, и лишь бы мимо прошла вот эта беда, мимо прошла эта зараза, и чтобы никто не помер из родных и близких, как бы. Он также ходит по городу, он заходит в дома, вышибает просто двери, заходит и рвет людей на части, также вгрызается в них, и он понимает, что никто в такой ситуации на помощь не придет. То есть, да, люди кричат, люди пытаются спастись, они зовут на помощь, но никто их не услышит. Точнее, их услышат, но просто не придут и не помогут им, потому что все боятся, всем страшно, никто оттуда не выходит из своих домов. И следующим его воспоминанием о городе, следующим спектром, который он видит, это основание, еще самое-самое основание этого города, когда он был только маленькой деревушкой совсем, то есть прям буквально пара домов, несколько домов, дворов, они стоят на берегу быстрой бурной реки, как бы, и ничего пока, никакого города, и даже намеков на него, конечно же, нет. Он сидит в кустах рядом с лесом, ну, как бы возле леса, и наблюдает за местными жителями, за фермерами, как они там ходят, и думает, кем бы мне закусить на этот раз? И в это время из леса выезжает вооруженный отряд варваров. Они, ну, все такие подкачанные, мускулистые на лошадях, как бы все такие варвары, как классические. И среди них выделяется один, самый большой, самый вкачанный, самый сильный, у него здоровенный гномий молот в руках. И он видит, что это... видит вокруг этого человека, вокруг этого вождя, вот этого племени, этого варвара, золотистый ореол, просто силы пульсируют, эта аура света вокруг него, вокруг его молота, то есть он ведет этих людей, он прям сияет этой чистотой и светом. Этот свет очень сильно, не то чтобы обжигает, он неприятен этой твари, и поэтому он прячется в темноте кустов, и это, по сути, он видит Сигмара. Сигмара на заре империи, как он только создавал империю, и он говорит, что это был единственный раз в его жизни, когда он испугался, и с тех пор он прям ненавидит имперцев, вот особой такой ненависти, то есть ненавидит он всех, в принципе, но имперцев он прям на дух не переносит и мочит их повсюду, потому что он пытается смыть с себя вот этот позор того, что он испугался тогда, и это он как бы вот... На протяжении многих сотен тысяч, ну так как бы даже тысяч лет, он несет месть вот за тот самый случай. И следующий момент, который он наблюдает, то есть он возвращается обратно в реальность, ну в нынешний город, он смотрит по сторонам, его зрение опять меняет спектр, и он видит нити, нити судеб, которые тянутся из города, то есть от каждого человека вот такими полосочками вверх, как в этом, знаете, как в... В фантастическом фильме, то там про путешествие, про в будущее, где он такие нити раздвигал, вот то же самое. Он видит эти нити судеб, он может, в принципе, в них всмотреться и увидеть, что вот эта нить слабая, типа, и он наблюдает, что там в квартале прирезали какого-то чувака-бандита, он истекает кровью, его нить судьбы вот-вот оборвется, он это видит. Он видит какие-то он смотрит на квартал аристократов, видит такие четкие линии, уверенные в себе, там, знаете, такие самодостаточные, и он такой отмечает, что он любит убивать аристократов, потому что считает их особо пикантной закуской для себя. Он видит какие-то-то... видит кабаки и таверны и прочее, что там нити судеб очень такие дрожащие, невнятные, нечеткие, потому что люди там заливаются алкашкой, и им там хорошо, весело, и как бы все это такое... Нити судеб их очень нечеткие, потому что они постоянно меняются. То есть вот ты сидишь пивасик, потягиваешь с братюнями, а вот тебя уже в подворотне кто-то по голове пинает. Непонятно, что может произойти в такой ситуации. Вот, и он выбирает себе жертву. Он выбирает, кем сегодня ему перекусить. Но тут его взгляд падает на квартал, который занят... квартал вокруг университета. Вокруг академии, где живут в основном всякие ученые, ремесленники и прочие... кто приближен к университету, он видит линию судьбы, он всматривается и в нее и понимает, что вот это очень-очень заманчивая жертва, что он бы не прочь ею перекусить, что нужно подготовить план.
Вот. И в следующую секунду он поднимает голову, собственно говоря, подкидывает ее, видит кровавую луну, начинает выть на нее и благодарить за то, что луна послала ему такой подарок, как вот этого человека, которого он может сожрать, потому что не первый раз он приходит в Вальдорф, как бы он прошу прощения, он наведывается туда каждую пару сотен лет, ну там 100-200 лет как бы с периодичностью, и каждый раз находит там что-то интересное для себя, какую-то новую жертву, которая отличается от других, и вот в этот раз он тоже себе нашел. Он этому радуется, скачет на парапете, и нас опять бросает в другую уже локацию, смена кадра, и вот мы находимся в спальне одного из постоялых дворов, достаточно элитных, достаточно ухоженных, и, собственно, здесь мы и знакомимся с нашим главным героем Завантом Кёнигером. Господи, как это выговаривать весь вечер? Завант Кёнигер. Гер Кёнигер. Наш детектив-ученый. Он просыпается от ночного кошмара. И просыпается в своей постели, естественно. Он видит, что комната просто заполнена светом кровавой луны. И он такой густой, знаете, как бы и практически его можно потрогать. Он, значит, тянется к тумбочке рядом с кроватью, там у него стоит бокал с вином, он пьет особое вино с настоями трав, которые туда добавляются для того, чтобы лучше спать. Они действуют для него как снотворное. Он берет бокал, смотрит, а он пустой, кубок точнее, он берет и смотрит, там ничего нет, он такой, зараза. Видит он это дело, встает с кровати, смотрит на себя в зеркало и видит он, что в полутьме помещения, то есть в полутьме комнаты он сидит на кровати, и видит себя, свое отражение, и что его зрачки глаз, они немножко отдают красным, таким краснотой. Но он не хаосит, естественно, он говорит, что это побочный эффект от того, что он экспериментирует с варпом периодически, с варпосодержащими какими-то предметами, веществами. Да, по веществам он тоже не промах, и от этого вот такой, скажем так, побочный эффект, что у него слегка подсвечены зрачки в темноте, но в принципе это не критично. Никому он лишний раз этого не показывает, никто этого лишний раз не видит, как бы, и в принципе у инквизиции и у охотников на ведьм, как бы, вопросов из-за этого не возникает, к счастью. Ну и также не возникает у них вопросов, потому что он крутой. Как бы закон, как говорится, для всех един, но для кого-то он, как бы, лучше прописан, более четко, потому что он достаточно известная личность, то есть во всей империи. Его практически знают все, кто занимается охотой на ведьм, его знают все, кто занимается судопроизводством, ну, в смысле, судебными какими-то делами, потому что он написал очень много книг, трактатов по влиянию хаоса на людей, по тварям хаоса, по расследованию преступлений на этой почве, на почве варпа, и поэтому он личность достаточно известная. Он ощущает, что его он проснулся не просто так, не просто от кошмара, что у него было какое-то предчувствие. Он садится, закрывает глаза, знаете, впадает в такой полутранс и пытается вспомнить, что же его разбудило, и видит, подсознательно видит какие-то когти, клыки, которые рвут плоть, и он такой, типа, выходит из транса и такой, блин, это явно сулит беду. Он дергает за колокольчик рядом с кроватью, который, собственно, который ведет вниз, где спит его слуга. Он дергает за колокольчик, где-то он там внизу звенит, бренчит. В это время, получается, наш Гер Кёнигер подходит к окну, раздвигает шторы, выглядывает в окно, смотрит на раскинувшийся перед ним город и понимает, что что-то идет не так. Он чувствует, что кто-то в этом городе присутствует злой, кто-то хочет зла ему, и, в принципе, такой, знаете, весь жуткий гаденыш. Собственно, что происходит дальше? В это время он слышит на лестнице звук шагов. Это его слуга. Слугу у нас зовут Видо. Это полурослик. Полурослик, который раньше в Вальдорфе, он был самым известным карманником. То есть полурослики по бэкграунду очень ловкие, очень скрытные, у них ловкие пальчики. Поэтому, в принципе, воры из них получаются, в принципе-то, и неплохие очень даже. Поэтому Вида когда-то был как раз-таки
Вальдорф был лучшим карманником, одним из лучших воров. Он даже пробирался иногда в императорский дворец. Но, причем интересно, что пробирался он не для того, чтобы что-то украсть, а просто там жила слуга полурослица, которая работала в этом дворце, и он пробирался к ней, так сказать, по романтичным делам. Он слышит его топот по лестнице и понимает, что Вида специально, сука, топает. Потому что, когда он хочет, его вообще не слышно. Он может передвигаться бесшумно, а он топает, чтобы показать, что он недоволен, что увидели, разбудили посреди ночи. И дверь открывается, заходит, собственно, Вида, полурослик, классический, с кудряшками, в простой одежде слуги. И такой, знаете, мрачный такой. Звали! Вот, и Кёнигер говорит, да, естественно, я тебя звал, колокольчик же звенел, говорит, срочно подготовь мой парадный костюм, подготовь мое парадное платье, себе на себя надень наряд слуги, надень на себя, и что-нибудь поесть принеси тоже. В общем, надо быстренько-быстренько подготовиться и собраться, потому что скоро за нами пришлют из дворца. Я почти уверен, что что-то произошло в городе, и срочно потребуется наше вмешательство. Ну, то есть он видит такой классический... Да, в Шерлоке Холмсе была такая сцена, когда он, типа, предвидел, что приедет полиция к нему. Также и здесь, в принципе, Герр Кёнигер предвидит, что за ними пошлют людей. Ну и, собственно, Вида такой, ну, не очень доволен этим. Да, хозяин, конечно, в принципе, вы хозяин, я вот, типа, вот, вообще не пришей рукав к ноге. Уходит вниз, и на этом сцена у нас заканчивается, и нас переносят дальше, переносят нас в грязный переулок рядом с таверной в районе увеселительных заведений. Переулок грязный, переулок, извините, засанный, там все, ну, специфическое, собственно, глухие стены по бокам, какие-то окна наверху, откуда, знаете, там тетки помои выплескивают. И, собственно говоря, этот квартал у нас оцеплен городской стражей. Они собрались зеваки, естественно, они, там написано, что в рассказе, что для жителя Альдорфа нет ничего интереснее, чем посмотреть на что-нибудь, что произошло в Альдорфе такого из ряда вон. Для них это целое представление, и поэтому их, собственно, сдерживают, оцепление для этого и стоит, чтобы их сдержать. Вида стоит внутри оцепления со своим хозяином, с Герром Кёнигером, и наблюдает за всей этой картиной. И видит он что? Во-первых, он видит трупешник, потому что посреди просто этого переулка, посреди круга оцепления валяется труп. В принципе, достаточно неплохо одет, достаточно богато выглядит он, то есть дородный человек, но за одним небольшим исключением у него нет лица. Некто или нечто просто перегрызло ему глотку и содрало с лица мясо, кожу, кости, не, кость на месте, черепушка на месте, вырвало ему глаза, то есть сделало его полностью невозможно, чтобы его было опознать. Валяется, собственно, вот этот чувак, рядом с ним на одно колено облокотившись склонился Герр Кёнигер наш, собственно говоря, и еще один товарищ, в котором... закутанный в плащ, в сером костюме, в шляпе, в котором Вида узнает охотника на ведьм. То есть он в таком классическом костюме охотника на ведьм, то есть это козырная шляпа, вот эти их свиточки здесь какие-то, вот меч при нем, естественно. И они беседуют, собственно, с Кёнигером. И еще третья фигура, которая стоит на границе оцепления, недалеко от солдафонов, от стражников, но пока не подходит близко. Вида его на самом деле заметил только потому, что он глазастый малый, как бы, потому что работа у него такая, быть глазастым. Охотник на ведьм, собственно говоря, тоже склоняется над трупом и говорит Герру Кёнигеру, что типа, а вы знаете, коллега, что есть такая штука, есть такая теория, что в глазах жертвы на момент смерти, как правило, отпечатывается изображение лица убийцы, потому что жертва видит последнее, что он видит перед своей смертью, это лицо человека, который его убил. Герр Кёнигер встает, такой, отряхивает руки, такой, об штанины, и говорит, слушайте, ну, мы же с вами оба взрослые люди, я слышал эти байки, да, но все это херня собачья. Я, говорит, тут недавно слышал такую фигню, ржал, говорит, как лошадь, типа, очень долго, потому что, сука, это бредово, что один чувак говорил, написал целый трактат по криминалистике и сказал, что вот на пальцах
у людей есть особые символы, и они индивидуальны, и они всегда остаются там, где человек чего-то касается на месте преступления. Но мы-то сами понимаем, что все это бред, потому что если бы это все было так, если бы в глазах оставался лик убийцы, если бы убийца оставлял везде свои следы индивидуального узора на пальцах, то наша работа была бы очень простой и очень унылой. Так что я, говорит, в эти байки не верю. Все это фигня, во-первых. А во-вторых, ну, как бы можете посмотреть на его лицо и сказать, и как бы даже если бы эта теория была правдоподобна, мы все равно никогда об этом сами не узнаем, потому что глазюх-то нет, глаз-то нет, их вырвали, а соответственно, возможно, убийца тоже был достаточно суеверным. Вот, охотник на ведьм, собственно, тут Вида, слуга Вида видит, что охотник на ведьм улыбается. И это его несколько смущает, потому что он говорит, я видывал разных охотников на ведьм, как бы. Я видел охотников на ведьм, которые сжигают целые деревни, села, небольшие города за ересь. Я, говорит, видел охотников на ведьм, которые просто лупцуют себя плетками для того, чтобы, скажем так, быть ближе к своему богу, для того, чтобы покаяться в каких-то своих мелких грехах или прочем, что-то и чем-то еще. Я, говорит, видел охотников на ведьм, которые просто запытывали людей до состояния фарша, просто перемалывая, чтобы выбить из них признание в ереси. Я видел охотников на ведьм даже милосердных. Я видел милосердных охотников на ведьм, которые просто придушивали своих жертв, которых они обвинили в ереси, перед тем, как их сжигали на кострах, потому что это правда милосердно, гореть неприятно и больно. В общем, происходит все это дело так, он все это описывает, говорит, но я никогда не видел охотника на ведьм, который бы искренне улыбался. То есть встает охотник на ведьм, вот этот, который беседовал с нашим Гером Кёнигером, улыбается, протягивает ему руку и такой: здорово, здорово, очень рад я вас видеть, Гер Кёнигер, очень приятно с вами наконец-то вживую познакомиться, потому что я читал почти все ваши работы, я читал почти все ваши книги, одна вот даже по криминалистике хаоса мне помогла раскрыть небольшой заговор преступления против церкви, и в принципе очень классно. Вот, и зовут нашего охотника на ведьм Мариус Ван Зант. Мариус Ван Зант — это имперский охотник на ведьм, достаточно, ну не то чтобы он супер известный, он достаточно молодой охотник, он путешествует по империи, и собственно работа его как раз таки в том, чтобы охотиться на ведьм, еретиков, и все это дело как-то худо-бедно исправлять и контролировать. Он уже был здесь, когда прибыли Вида и Гер Кёнигер, то есть оцепление уже стояло, охотник на ведьм уже был, то есть видимо его вызвали примерно в то же время, что и их, но просто он прискакал пораньше и начал уже осмотр тела, осмотр места преступления. Они начинают обмениваться любезностями, там жмут друг другу руки и улыбаются, там рядом с ними лежит расчлененный труп без лица, как бы-то в принципе пофиг, дело-то житейское. Они общаются, и Вида начинает наблюдать за третьей фигурой, и он узнает эту фигуру, и ему становится страшно. Вида прям пугается, потому что он узнает этого человека, закутанного тоже в плащ, в простой одежде охотника, потертый, залатанный, в простых солдатских сапогах, тоже местами стоптанных, но он узнает его в лицо, а видит он Ваула Штрайнера. Личность эта очень интересная чем? Официально Ваул Штрайнер — это личный телохранитель императора. Да, вот того самого Карла Франца, это его личный телохранитель. Но также он известен уже в неофициальных кругах как великолепный убийца и ассасин. Он мастерски владеет мечом, арбалетом, луком, кинжалом, любым оружием, которым можно сделать в человеке пару лишних отверстий, он владеет им мастерски. Он периодически выступает на всяких там показательных турнирах в Альдорфе и всегда занимает первые места, потому что он несравненный просто боец. Нет никого круче него, и даже люди там перешептываются, что есть у него еще один талант, что в застенках имперского дворца, в его подвалах, он пытает людей, да, он выбивает из них признания, показания в ереси, в заговорах и впрочем, то есть не гнушается ничем. Он просто, он не ублюдок, чтобы вы понимали, он не какой-то там мясник или головорез, ну то есть, насколько это возможно, он просто служит, ревностно служит императору, или ревностно служит империи, короне, и он любыми средствами, любыми способами добивается всегда какого-то профита.
выполнения своих поставленных задач. И еще у него есть интересная особенность, что он никогда не забывает лиц. Если он посмотрит вам в лицо, он запомнит его до тех пор, пока вы не умрете. То есть, если ты совершишь какой-то проступок при нем, он тебя запомнит, и рано или поздно он тебя найдет, узнает, увидит, как бы, и никуда ты от него сбежать не сможешь, ничего ты с этим не поделаешь. Но когда ты помрешь, он о тебе забудет. Вот такой вот не злопамятный парень, в принципе. Он приближается к Гиро Кёнингеру и Ван Занту, охотнику на ведьм, подходит к ним со спины, они там общаются, обсуждают тело, обсуждают дело. Он стоит такой, переминается с ноги на ногу, такой... Господа, господа. Они на него оборачиваются, естественно, они тоже его узнают, но он, в принципе, их так не пугает, они привыкли, в отличие от вида. Он говорит, что если вы закончили осмотр тела, то нам нужно проследовать в Имперский дворец, в Императорский дворец, потому что лорд Гофмейстер ждет вас на аудиенцию. У него, собственно говоря, к вам разговор касательно всех этих убийств, поэтому срочно, срочно давайте тапки в ноги, руки в тапки, давайте прыгаем в экипаж и мчимся во дворец. Они такие, да, в принципе, мы здесь закончили, поэтому можно выдвигаться. Они идут по городу, проходят через зацепление, через зевак, пробиваются, как бы, и отправляются в Императорский дворец, а именно отправляются в рабочий кабинет Гофмейстера. Вот, Гофмейстер — это такой... Слушайте, по рассказу не совсем четко вырисовывается картина, но это что-то типа личного советника императора Карла Франца. Он занимается дипломатическими вопросами, шпионскими вопросами, в общем, такими, знаете, мирскими простыми вещами, о которых императору иногда даже знать не обязательно, как бы, то есть он такой некий теневой советник, скажем так, императора. Он, естественно, тоже служит на благо империи, тоже на благо императора. Он очень преданный, искренний в этом плане человек. Служит он там уже на этой должности, он 50 лет. Вот. Зовут его граф Отто фон Биттернах. Граф Отто фон Биттернах, собственно говоря, это наш гофмейстер. Служит он уже 50 лет империи, служит он 50 лет короне, застал уже двух императоров, то есть сейчас Карл Франц и до этого его отец Леопольд, если я не ошибаюсь, его звали. Они приходят к нему в кабинет, заходят, в кабинете достаточно темно, горят просто несколько там фоновых таких свечей, но задернуты шторы. В принципе, здесь ничего удивительного в этом нет, потому что на время полнолуния, на время кровавой луны, многие горожане суеверные и несуеверные, они задергивают шторы, чтобы просто не нервничать, потому что даже видя этот лунный свет кровавой луны, это не очень... приятно, не очень приятно для твоего рассудка, как бы, то есть тебе как бы некомфортно в этом свете находиться. И многие задергивают шторы и не хотят, как бы, это дело лицезреть. Вот, собственно говоря, они стоят перед большим рабочим столом, за которым сидит наш граф Отто фон Биттернах, и он старик, уже такой достаточно потрепанный жизнью, старый дед, слабенький, то есть у него маленькая трясущая ручка, он наливает себе в бокал из кувшина глинтвейн, у него трясется рука, он такой что-то пьет себе так немножко по-старочески. Но Герр Кёнигер, собственно, наш детектив, он знает, что все это не совсем соответствует реальности, потому что хоть телом он, может быть, и стал слаб, но его до сих пор называют Железный граф за его именно хватку, за его силу воли, за его преданность, потому что он до сих пор такой жесткий, до сих пор волевой человек, несмотря на то, что годы как бы его не щадят. Но он все еще держит империю в кулаке, он все еще как бы знает и следит за всем, что происходит вокруг, то есть он ни в коем случае не сдает свои позиции в плане политика, в плане его работы как бы нет, только чисто телом стал слаб наш дед. Вот, он к нему обращается и говорит: «Я надеюсь, вы осмотрели труп, все успели это сделать, потому что вот я хочу услышать от вас отчет, чтобы вы мне рассказали, что там произошло». Такой дедок, короче. Вот, каким выводом вы пришли, спрашивает он их. И Герр Кёнигер, собственно, отвечает, что это, несомненно, было убийство. То есть сомневаться в этом не имеет смысла.
Мы знаем, что жертва была богата, достаточно состоятельна. Мы знаем, что по его одежде и по документам, которые были при нем, что это один из торговцев. И, собственно, вот, его убили. Мы точно знаем, что это не грабеж, потому что при нем остались его драгоценности, кольца, цепочки, кошелечек с набитый золотишком. То есть его убили не ради наживы, то есть не для того, чтобы ограбить, а причина убийства пока неизвестна, к сожалению. Рассказывает нам все это дело. Тут граф его переливает, говорит, так может его убил дикий зверь? Может, в город Мишка в город забрел, как бы. Ну, зашел за метком, как бы, и параллельно растерзал и расчленил какого-то там купца, с кем не бывает. На что Герр Кёнигер тоже ему отвечает, что нет, это, к сожалению, исключено. Это не дикий зверь, это именно кто-то с сознанием. То есть наделенный разумом, потому что дикий зверь убивает для того, чтобы насытиться. Или для того, чтобы защититься, как бы. А здесь просто видно, что убийство было умышленное, убийство было намеренное, и что человек или существо, которое это совершило, он получал удовольствие именно от самого процесса. Ему нравилось рвать вот эту плоть своими клыками, ему нравилось сдирать лицо с черепушки несчастного торговца и все такое прочее, и все тому подобное. Здравствуйте. Я думаю, ты сам-то как? Закроешь ли ты дверь? Вырубишь ли ты этот стрим? Минуточку, ребята. Нажимаешь на большую красную кнопку. Тогда я возвращаю вам Back FB на сегодня. Триумфальное возвращение. Спасибо, спасибо. Все, пойду я Коулу готовить к выпуску. Давай, Оч, увидимся. Все, пока-пока. Извините, ребят, за перерывчик. Да, спасибо. Тут Ваня мне оставлял инструкции по важным студийным делам. Вот, мы продолжаем, собственно говоря. Товарищ Кёнигер рассказывает, что это было убийство, что это был не зверь, естественно, что это был кто-то сознательный, который просто наносил с удовольствием, наносил эти раны и прочее, прочее, прочее. И он и обращается к графу такой, я, говорит, полагаю, были еще жертвы, раз вы меня вызвали. Вот, и граф такой не успевает ответить, берет слово наш охотник на ведьм, Ван Зант, такой, да, да, было. За последние 4 ночи погибло 6 человек. 6 человек было растерзано, точно так же у них были точно так же им перегрызли глотки, точно так же их прикончили всех. Также у них были содраны лица и прочие, прочие травмы, несовместимые с жизнью. И посему, собственно говоря, в это время я проходил мимо, говорит этот охотник на ведьм, проезжал мимо. И погасил общий свет. Общий свет и окна. Да. Я проходил мимо, проезжал мимо, и меня, собственно говоря, граф вызвал для того, чтобы решить эту проблему. Собственно, граф берет слово и говорит, да, да, все так и есть, 6 человек за последние 4 ночи, и Ван Зант, охотник на ведьм, считает, что он знает, кто это, потому что он преследовал это существо с наших северных границ, оно передвигалось, собственно, южнее, он шел за ними, и до тех пор, пока она не добралась до Альдорфа, собственно говоря, он считает, что эта тварь сейчас здесь, и именно она
приносит вот такие разрушения и убийства. Вот. И Ван Зан считает, что это оборотень. Герр Кёнигер, естественно, удивляется, поворачивается на охотника на ведьм и говорит: серьезно, оборотень? Ну, типа, я, конечно, не специалист, но, насколько я знаю, типа, 600 лет назад и всех истребили. Всех до единого, ни одного не осталось живых. Все, смерть, умерли они. Вот, Ван Зант говорит: да, да, я согласен, что у нас в истории это записано, в учебниках, как нам это рассказывают, говорит, но, к сожалению, доказательства неопровержимы. Полнолуние, растерзанные тела, клыки, когти, говорит, я сам долго не мог в это поверить, но факты остаются фактами, к сожалению, наши люди ошиблись и, видимо, истреблены не все, не все оборотни, кто-то еще остался в живых. Вот такая беда. Вот такая беда у них случилась. Естественно, Герр Кёнигер слегка удивляется этому раскладу событий и говорит: то есть наша задача-то какая? Чё делать-то? Граф говорит: я думал, вы мне расскажете, что мы будем делать. Тот говорит: хорошо, в принципе, смотрите, говорит, завтра, то есть в ближайшую ночь, будет, собственно говоря, полнолуние. Кровавая луна войдет в свою максимальную фазу, и, скорее всего, это будет значить, что наш оборотень разгуляется по полной. Так что вот в этот день-то мы будем его ловить. И, собственно говоря, Отто говорит: смотрите, говорит, вы его поймаете, ну, граф, гофмейстер говорит, вы его поймаете, вы его можете убить, но так, чтобы мы могли потом показать тело людям. Потому что слухи уже ползут, трупы появляются, как бы мы не все можем, к сожалению, объяснить, замазать, подтереть. Люди знают о происходящем, они чувствуют, они начинают болтать, как бы, естественно, раздувая это еще вдобавок. Поэтому уже ползут слухи по городу, что это какой-то демон, который убивает людей в ночи. Просто вот, поэтому убейте его, говорит, но так, чтобы мы могли показать общественности, что это не какой-то там, блядь, рогатый трехметровый демонюга. Это просто обычный психубийца, скажем так. Ну, либо оборотень в крайнем случае. То есть мы должны дать доказательство, что он убит, что все хорошо, что порядок восстановлен. Соответственно, охотник на ведьм и наш детектив, ученый Хаосит, репами покивали, такие: да, да, все сделаем хорошо. И граф говорит: вот, Зараза, извините. Прошу прощения, сейчас скажу. Штайнер говорит: мой охотник, мой убийца супер крутой, вы его возьмите с собой, потому что даже если вам встретится оборотень, Штайнер чувак крутой, он молодец, он сможет оказать сопротивление. Поэтому он будет вашими мускулами. То есть, если ты, говорит, у нас будешь Герр Кёнигер нашими мозгами, если Ван Зант у нас охотник на ведьм, это наш координатор, скажем так, то наш Штайнер это будет наш ассасин, наш мускул, наш убийца. Все, следующий, на этом сцена заканчивается, и нас переносят к Вида, к нашему слуге, который стоит в коридоре возле кабинета графмейстера, ждет, стоит среди стражников, ему немножко неуютно, потому что он бывший вор, здесь стража, как бы они на него косятся, и он такой, типа, ну, привычки старые остались. В это время двери распахиваются, выбегают, собственно говоря, наша троица охотников на оборотня, выскакивает оттуда... Идут по коридору, Вида бежит следом за хозяином и говорит: хозяин, что делать, что случилось, что вам рассказали? Он такой: так, Вида, у нас очень много работы, поэтому заткнись. Вот тебе там трость, зонт, плащ, все, держи, иди за мной. У нас с тобой есть дела. И бежит, собственно говоря, по коридору, начинает отделяться от толпы. И Ван Зант, охотник на ведьм, говорит: Герр Кёнигер, куда вы бежите, что вы хотите делать? Он такой: что нужно делать, если хаотическая неведомая фигня убивает людей в городе? Не знаете? А я вам скажу. Нужно отправляться в дурдом. Собственно говоря, и Ван Зант ему говорит: хорошо, это странно, но хорошо, мне нравится ваша идея, что мы будем делать? Раз у нас завтра максимальная фаза луны, и оборотень разгуляется не на шутку, то, пожалуй, я уже отдал распоряжение, чтобы вывели всю городскую стражу на улице, все местное ополчение, всех местных каких-то там наблюдателей, стражников, в общем, всех, кто следит за порядком в городе, все они будут ночью на улицах. Загоним людей в дома, чтобы поменьше было гражданских на улице, побольше солдат. Герр Кёнигер такой: да, все, классный план, я побежал в дурдом.
и убегает. Дальше нас переносят в следующую нашу локацию. Это сумасшедший дом Альдорфа. Да, блин, есть и такой в Альдорфе. Психушка. Классическая готическая психушка. Знаете, вот черное гранитное здание со шпилями, освещенное, естественно, кровавой луной. Естественно, там наши герои туда заходят. То есть Геркёнигер и его слуга Вида заходят внутрь, их встречает местный, получается, надсмотрщик, который следит за порядком, ведет их по коридорам. Классические, мать его, психушки средневековые. То есть это влажные, черные, обшарпанные, плесневелые стены. Это крики, это вопли. Это вот из щелей в решетках камер к ним тянутся руки такие корявые. Типа там какие-то все страшные, в струпьях грязные, в язвах. А надзиратель говорит, что типа, вы извините. У нас, значит, тут это, каждая полнолуние такая фигня. У них, говорит, обострение. Мы, говорит, сейчас идем, в принципе, с вами в секцию, говорит, куда даже там нет окон в камерах, но при этом, как бы, все равно психи чувствуют полнолуние, и все равно, короче, знают, когда им начинать барагозить, и буянят из-за этого очень сильно, прошу за это сразу же прощение. Они идут по коридору, в это время из одной из камер вылазит корявая вот рука человека, хватает Вида за плащ и такой: покажи мне луну, я не видел луну уже много дней, я не могу, я хочу посмотреть на нее. Он царапает себя, как бы там у него кровь течет. Вида такой: блядь, что за фигня? Подскакивает надсмотрщик просто горящим факелом в этого чувака и в камере тыкает, тот такой: не-е-е-е. Шипит, короче, забивается где-то там в угол, жрет тараканов там, ну или что-нибудь там жрут, как обычно, и продолжает причитать, что типа: хочу посмотреть на луну, хочу посмотреть на луну, луна, хочу посмотреть на нее. А, собственно говоря, они идут по коридору дальше, Вида более-менее оклемался, такой типа: ёхсель-мохсель, да, стрессовенько тут у вас, как бы, непорядок. И идут они, как раз-таки надсмотрщик, надзиратель рассказывает про обострение. И Геркёнигер спрашивает: как бретонец себя ведет, когда у вас обострение полнолуния? Надсмотрщик говорит: да в принципе никак, ничего у него особо не меняется, он сидит у себя в камере и пишет. Постоянно пишет, говорит, в полнолуние, не в полнолуние, неважно, он всегда поехавший на отлично, постоянно сидит, пишет. Однажды один из священников, говорит, прочитал тексты, которые написал, охренел немножечко, поэтому у него изъяли всю бумагу и все перья, но при этом он продолжает писать. Ну, короче, сами увидите. Подходят они к закрытой камере, надсмотрщик такой достает связку ключей, такой открывает эту дверь, такой: ну, как классно изобразил. Открывает он эту дверь, и что они, Геркёнигер и Вида заходят внутрь, и что они видят? На полу посреди комнаты сидит чувак в обносках вот этого больничной одежды, и все стены, потолок местами, весь пол, все покрыто надписями, стихами, в рифму, не в рифму, на разных языках, все это исписано мелким-мелким текстом, и сидит чувак такой посреди камеры и остатком уже наполовину источенной вилки там выскребает, короче, дальше буковки в камне. Они туда заходят, он поднимает голову, такой: Геркёнигер, как я рад вас видеть. У него очень сильный бретонский акцент. Ну, то есть он говорит такой: Геркёнигер, как я рад вас видеть. Потому что язык империи достаточно грубоватый на слух, а Бретония такой более благозвучный. Ну, то есть это, грубо говоря, Британия и Германия средневековые. Заходят они, в общем, в камеру, видят это дело. Перед ними безумный поэт Музильон. Так его зовут. Да. И зовут его Вилуа де... Зараза. Вот эти имена, конечно. Вилуа де Симон зовут нашего бретонца. Это безумный поэт. Собственно говоря, он сидит в этом дурдоме уже очень давно. И очень долго он еще там будет сидеть, потому что их там, естественно, не лечат. То есть он будет сидеть там всю жизнь. Чем он примечателен? Это поэт, которого однажды коснулся варп, то есть варп-влияние на него произошло, произвелось, и он начал писать просто какую-то дикую юридическую херню, максимально жесткую, то есть он писал пьесы, стихи под безумием варпа, короче, просто там что-то невероятное, какие-то складывал оды,
Однажды это попало в руки к священникам, они это прочли, охерели и, естественно, быстренько-быстренько его арестовали. Собственно, собирались его сжечь, на самом деле, за ересь и за якшание с хаосом, но как раз-таки вмешался Герр Кёнигер, который был его защитником на суде, и как раз-таки который его защищал и говорил, что да, парень маленько поехал кукухой, как бы, но ничего плохого он не совершал. Ну и всячески был на его стороне, и за счет этого его приговорили, собственно говоря, не к смерти, а просто к бессрочному заключению в дурдоме. Пожалуйста. Прикрыли, короче, в дурке его. И так они и познакомились. Естественно, они там такие: «О, как я рад тебя видеть, как я рад тебя видеть». И в это время, получается, Вилуа разгребает свои патлы вот этих волос отросших, такой типа: «А вы, наверное, пришли спросить меня про оборотня?» Ну, такой как псих покачивается, знаете. И Герр Кёнигер, собственно говоря, и Вида переглянулись такие: «Вилуа, а как ты догадался, что мы пришли спросить тебя об оборотне?» Он такой: «Ну как, собственно, как еще? Потому что полнолуние, я-то тоже чувствую, я тоже вижу, я слышу дыхание варпа в городе, я пишу вот оду в данный момент как раз таки об этих событиях, и там один из персонажей — это оборотень, который, собственно, вот этим всем занимается, непотребствами в городе, говорит, и поэтому я знаю о происходящем». Алексей, 500 рублей, спасибо, отче с почином и хорошего стрима, спасибо тебе. Почин начался, со всей силы идет, и в это время Герр Кёнигер подходит к нашему психу, к Вилуа, и говорит: «Слушай, Вилуа, давай, короче, вот без твоих вот этих витиеватостей, расскажи, что знаешь, расскажи, что думаешь по нашей проблеме, с которой я к тебе пришел, поэтому, пожалуйста, давай вкратце и желательно не в рифму, потому что дело не в проворот, скоро уже ночь, надо торопиться, и вообще беда, печаль, беда». Вилуа начинает тут рассуждать, короче, про хаос, про его влияние на людей, и говорит: «Знаешь, вот эти вот две луны, которые одна хаос, одна его противоположность, они в бесконечном круговороте бегают по небу друг за другом, и неизвестно, кто из них охотник, а кто жертва. Как вот ты считаешь?» По-моему, это очень иронично. Герр Кёнигер говорит, типа: «Хорошо», говорит, «а какая луна тебя конкретно интересует, светлая или темная, кровавая?» Вилуа, конечно, говорит: «Конечно, кровавая луна меня интересует, это же так, она же такая таинственная, такая непредсказуемая, такая непостижимая просто». Ну и, в общем, у него прям экстаз начинается, и он говорит: «И ты, говорит, никогда не знаешь, под каким обличьем ты ее встретишь, может это всего лишь маска, а под ней таится что-то другое, может она не та, за кого себе выдает, на самом деле она не зло, или наоборот зло, и вот эти маски, и непонятно, кто друг, а кто враг». «Да, Герр Кёнигер», говорит, «понимаете, о чем я говорю, понимаете, в общем, его плющит, его плющит на этой теме, и Герр Кёнигер такой покивал, репу почесал, и такой: «Ну, знаешь, спасибо тебе за разговор, в принципе, я понял все, что хотел от тебя услышать, я услышал, сделал свои выводы, спасибо тебе, типа, вот тебе спасибо наше большое, прибольшое», говорит, «я распоряжусь, есть у какие-нибудь пожелания, может, что-нибудь попросить нужно?» Вилуа говорит: «Эти варвары отняли у меня пишущие принадлежности, пожалуйста, говорит Герр Кёнигер, попроси ему, чтобы мне вернули перо и пергамент, потому что мне надо писать, а стены и пол заканчиваются, и потолок, как бы». Он такой: «Ну, хорошо, я поговорю, сделаю, что смогу, ну, посмотрим». Они выходят из камеры, надсмотрщик, естественно, запирает ее и говорит, что типа: «Надеюсь, вы узнали, что хотели». Герр Кёнигер говорит: да, в принципе, мы неплохо пообщались, поэтому, говорит, по возможности, пожалуйста, говорит, дайте ему пишущие принадлежности, потому что чувак реально страдает без всего этого дела. Надзиратель говорит: «Да, в принципе, это, ну, мы подумаем на эту тему», говорит, «но это явно будет после полнолуния, потому что сейчас он просто дерганный, весь гиперактивный, поэтому он все еще там первым глаз выходит, нахер надо», говорит, «потом, все потом, я, говорит, с руководством это обсужу, может, разрешат». Идут, собственно говоря, по психушке наши герои, по коридору, обратно к выходу, и слышат, и Герр Кёнигер резко останавливается и напрягается. Вида такой: что случилось? И тут он говорит, что, ну, то есть тут он размышляет, что его периодически бесит, что из-за экспериментов с варпом, собственно, наш детектив-ученый,
у него обострилось восприятие. Полурослики, в принципе, славятся своими рефлексами, своим слухом и зрением очень хорошим, и его раздражает то, что какой-то человечишка слышит и видит дальше и лучше, чем он. Герр Кёнигер останавливается и говорит, к нам кто-то приближается. И они слышат топот латных сапог по камню, по лестнице, и к ним бегут стражники. Такие, Герр Кёнигер, это случилось, он снова убил, скорее, скорее, нам нужно бежать. То такой, окей, они бросаются по коридору, выбегают и нас переносят дальше в следующую сцену. В следующую сцену нас переносят в город Вальдорф, на дворе ночь, естественно. Все объято светом луны. И они бегут к центральной площади Альдорфа, приближаются, там стоит оцепление в несколько слоев. Гражданских практически нет, то есть все попрятались по домам, потому что, ну, страх большой по городу ходит. В основном это вот стража и местные ополченцы. Их пропускают за оцепление, и они видят такую картину. Посреди площади стоит памятник. Памятник императору Леопольду, как раз таки сын, отцу Карла Франца, ныне здравствующего. Стоит памятник Леопольда, но выглядит он не очень хорошо. Нет, он не сломан, он в кишках. Кто-то взял чувака, выпотрошил его и развешал кишки по статуе. Измазал ее кровью, развешал кишки, положил там голову в основание статуи. И, в общем, сделал такую красивую диораму. Своеобразную, конечно. Они подходят, наш охотник на ведьм Ван Зант уже там. Он тоже осматривает статуи, такой типа, ребята, это супер, это ересь 80 уровня просто, я такой фигни никогда не встречал, это ужасно. Подходит Герр Кёнигер, тоже осматривает место преступления и такой, угу, это интересно. То есть это уже не акт жестокости, не акт зверства, это уже акт вандализма и насмешка. То есть он насмехается над нами, он специально осквернил памятник экс-императора. И, как бы, это многое говорит о нашем преступнике. Так он начинает применять дедукцию, он начинает думать на эту тему. Они, значит, и в это время подбегают еще стражники. Из-за оцепления выбегает пара мужиков, они запыхавшиеся, все такие, типа, очень тяжело дышат. И говорят, он, еще убийство, в паре кварталов отсюда, говорит, два трупа, они еще теплые. Также они изодраны, разорваны, говорит, типа, ну и вот это произошло совсем недавно. Герр Кёнигер смотрит на Ван Занта, тот выхватывает меч и такой, вперед, вперед, мы схватим эту шельму, собственно говоря, и покажем ей, почем фунт лиха, давайте, стражники, за мной, парни, вперед. И начинают, собственно, бежать к ближайшему переулочку. Ну, то есть Ван Зант бежит впереди, стражники бегут за ним. Герр Кёнигер быстро достает планшетку, на ней пергамент, ну, такой, перо из-за уха, и такой, быстро пишет записку, выдергивает ее, складывает напополам, дает Вида и говорит, Вида, ты с нами не пойдешь, потому что, во-первых, у тебя коротенькие лапоньки, ты не успеешь бежать, а во-вторых, говорит, у меня к тебе очень важное задание, возьми эту записку и срочно, говорит, со всех своих, блядь, полуросликовских ног найди Штайнера, найди убийцу императора, срочно отдай ему эту записку лично в руки, чтобы он прочел ее обязательно. От этого зависит моя жизнь, ты понял? Вида такой, да, хозяин, я понял, я все сделаю. Просто стартанул по улице, просто с низкого старта. Ну, это же полурослик, у него всегда старт низкий. Все. Все, Вида убегает, и Герр Кёнигер бросается следом за уже слегка ушедшим вперед охотником на ведьм со стражниками. Бежит за ними, они петляют по каким-то улицам, переулочкам, закоулочкам, прибегают на то место, где совершилось убийство. Там лежат два трупа, кровь растекается, то есть буквально совсем недавно она еще из них вытекает, они еще не успели окоченеть и побледнеть. Они склоняются над ними и такой, блин, здесь явно что, типа вот он был здесь буквально пару минут назад. Ван Зант такой, я разберусь, такой, опять выхватывает свой меч, который он успел убрать, и он слышит, что за пару, где-то вот недалеко оттуда, он слышит крики солдат, и он такой, эта тварь там, нужно бежать туда, и убегает, короче, вот по какому-то переулку, загаженному просто голубями до состояния невозможности, убегает туда, стоит Ван Зант,
В смысле, стоит наш Геркёнигер, стоят стражники. А, нет, они не стоят, они тоже убежали за нашим охотником. Только Ван Зант, Геркёнигер стоит просто в переулке с двумя трупами наедине. И такой, да, события принимают достаточно динамичный оборот. Я к такому не привык. Он слышит вдалеке, за домами, какой-то шум, лязг доспехов, крики, вопли, и просто из-за угла, из-за поворота выбегает охотник на ведьм Ван Зант наш, собственно говоря. Он ранен, у него по руке течет кровь, у него окровавленный меч, и он такой бежит к герою Кёнингеру, такой: «Я нашел его! Я его видел! Я видел эту тварь! Она побежала в сторону Некрополя! Мы сможем загнать ее!» На что Гер Кёнингер говорит: «А где остальные стражники?» Ван Зант: «Какого хрена?» Тот такой: «Тварь растерзала их, скорее, типа, нам нужно срочно его догонять, иначе он сбежит, и все это будет зря, быстрее, быстрее!» И начинает опять бежать по улицам, Геркёнигер бежит за ним, а они петляют по улочкам и выбегают к здоровенному, ну не к здоровенному, скажем так, а выбегают к Некрополю. Это старое заброшенное кладбище на территории города, на территории Альдорфа, но заброшено оно почему? Потому что если ты живешь в мире, где периодически появляются некроманты, разоряют могилы, и твой давеча умерший дед может прийти и громить твое село, как бы такое себе гулять по вечерам, и по дням тоже по кладбищам не рекомендуется. Поэтому большинство кладбищ как бы на территории Альдорфа и в пригороде, они редко посещаются, на самом деле, кем? В основном они заброшены. То есть люди туда тупо боятся ходить, потому что ты придешь на кладбище как бы почтить память, а тот, к кому ты пришел, вылезет, как бы, и лицо тебе откусит. Они забегают на территорию Некрополя. Там все, естественно, лунный свет омывает захоронения, вот эти все памятники, статуи плачущих ангелов, крестов, вот этих могильных плит, каких-то, как это называется, каких-то склепов фамильных, больших, как бы, то есть все это присутствует, классическое европейское кладбище. Они идут по нему, царит зловещая просто тишина, они осматриваются по сторонам, спина к спине. Ван Зант сжимает в руке меч, одна ранена, течет кровь. И они подходят к самому большому склепу, который там расположен. Это склеп, посвященный одному из священников, по-моему, то ли кому-то из императорской семьи. В общем, давным-давно, как раз-таки много сотен лет назад, этот человек во главе армии зачистил Сильванию. Зачистил Сильванию, и как раз-таки ему приписывается, что он перебил всех оборотней. И они видят, что склеп осквернен. Он разбит. Статуя осквернена, тоже разбита, без рук, без ног, без головы, там все заляпано кровищем, дерьмищем, короче, типа от людей, которых там расчленили. И все это очень мрачно выглядит, все это прям загажено, и видно, что это прям акт осквернения, что кто-то делал с ненавистью, просто такой, знаете, вот прям с хорошей, с классической, такой, очень сильно ненавидя вот эту статую, этот памятник, потому что... И тут у Гера Кёнингера начинает складываться пазл, он понимает, что да, это действительно оборотень, что он осквернил эту статую из чувства мести к человеку, который практически уничтожил его вид. Но также у него в голове всплывают слова Вилуа, безумного поэта из дурдома, и он такой... Интересно, говорит, знаете, Ван Зант, вот обращается он к охотнику на ведьм, у меня к вам интересный вопрос. А граф сказал, что вы прибыли в Вальдорф недавно. Тот такой: да. Он такой: ну, знаете, вот мы с вами уже весь вечер носимся по городу, как чокнутые, то есть вы то туда бежите, то сюда. И вы почему-то идеально знаете расположение улиц. Вы что, где-то карту надыбали? Или, может, вы бывали раньше в Вальдорфе? Потому что, говорит, очень пока интересная картина вырисовывается. Ван Зант к нему оборачивается, такой: ну, я бывал в городе раньше давно, просто... Просто вот, у меня хорошая память. Хорошая память у меня, я знаю, где какие улицы, куда ведут. Гер Кёнигер поворачивается тоже к Ван Занту, отступает от него на пару шагов, и говорит ему: знаешь, что мне интересно, Ван Зант? То есть я не удивляюсь тому, что ты знаешь город, да, ты молодец, но
Как ты умудрился сохранить те два трупа, которые мы нашли вторыми после площади? Говорит, потому что ты же все время был рядом с нами, поэтому ты как бы... А тела, типа, были очень свежие, я сам их видел, то есть была кровь, была теплота как бы от них еще исходила. Я не совсем понимаю, как ты это сделал. Мне очень интересно. И Ван Зант, охотник на ведьм, убирает меч в ножны и улыбается. Начинает ему улыбаться, улыбаться герой Кёнингеру, потому что он демонстрирует ему, насколько все-таки охренительный стоматолог у него, потому что он сначала улыбается ему во все 32, а потом во все 64, а потом он открывает рот, и за парой его зубов находится вторая пара зубов с клыками кровавыми, просто окровавленными. И у него начинает меняться лицо, вытягивается рот, наполняется, вырастают клыки. И Герр Кёнингер говорит: я не удивлен, я этого ожидал. И у него в голове появляются размышления на тему того, что ему интересно, как он будет превращаться в полноценного оборотня. Говорит, мне интересно, потому что некоторые делают это долго, типа и болезненно, там срывают с себя плоть, там долго трансформируются, а кто-то там выскакивает из одежды и такие: хе-хе, я уже волк. И он прикидывает, сколько у него времени есть на то, чтобы спастись. Но оказалось, что Ван Зант, наш оборотень, а Ван Зант оборотень оказался, относится ко второй категории Лубгару, как их назвал безумный поэт, как назвал его Лубгару. Он мгновенно трансформируется, просто его одежда падает на землю, а он превращается в такого, знаете, здоровенного оборотня, волка. И начинает просто наступать на Герра Кёнингера и не перестает улыбаться. То есть даже с волчьей мордой у него улыбка до ушей, потому что он-то радуется. Вот, он заманил ту жертву, которую хотел, на этот некрополь, для того, чтобы насладиться его агонией, его мучениями. И все это совершалось бы на глазах оскверненного памятника, того, кто когда-то уничтожил его вид, и что сейчас он его замочит, и на какое-то время ему будет поспокойнее. Кёнингер, естественно, от такого расклада не очень хорошо, ему не очень хорошо становится. Он такой: ага, замечательно, я предлагаю тактику хорошего детектива, это тактическое отступление. И просто обжаривает бежать по кладбищу. Оборотень, естественно, несется за ним. Собственно, наш детектив бежит, несется по кладбищу, мимо мелькают надгробия. Он такой: Вида, мать твою, надеюсь, ты успел передать эту записку. Оборотень его настигает, бьет его в спину. Тот летит вперед, совершает кувырок в воздухе. Точнее, он переворачивается в воздухе, бьется спиной о ближайший памятник, падает на землю, чувствует, что у него сломана пара ребер. Он такой лежит на боку, такой: не очень хорошо. Оборотень неспешно подходит к нему, такой просто вальяжно поднимает когти, хватает, собственно говоря, за грудки Герра Кёнингера нашего, приподнимает, такой поднимает руку, чтобы полоснуть его когтями и просто разрубить от плеча до задницы. И знаете, что происходит? В это время из кустов на кладбище вылетает серебряный медальон. Он его поднимает, замахивается на него, и Герр Кёнингер, собственно говоря, достает мешочек серебряной пыли. Обычно он ее использовал для каких-то там магических, полумагических дел, но пригодился как бы и здесь. Он просто в глаза ему швыряет эту серебряную пыль, типа: на! У того, естественно, просто вспенивается кожа, глаза начинают там... Он такой рвет себе лицо когтями, короче. Герр Кёнингер падает, на тапки встает, короче, от него бежать. Тот маленько пострадал, поорал, короче, вычистил золото из морды, регенерировал, да, собственно говоря, да и как будто ничего и не было. Опять он его догоняет, опять он его хватает, такой типа: ах ты, серебришком-то по мне пройтись решил, да? Это, знаете ли, сейчас я тебе объясню, как не надо делать. Поднимает просто лапу, у него вылазят когти, и он такой только замахивается. И в это время, вернемся немножко назад, из кустов вылетает серебряный метательный нож, вонзается в сердце оборотня, и он умирает. Все. Оборотень такой: и просто падает на бок, и все. И мы видим, как свет жизни, свет, как
меркнет его в его глазах, он просто сдох, все, он сдох. В это время из кустов выходит, собственно говоря, наш ассасин. Я сказал золото, сорян, если я сказал золото, но вообще серебре, конечно, не лечь, серебряный кинжал, серебряная пыль. В из кустов выходит наш ассасин Штайнер. Выходит, собственно, подходит к оборотню, смотрит на него, у него из груди торчит этот кинжал, он ногой пропихивает кинжал глубже, чтобы насквозь пронзить сердце, чтобы эта тварь точно не очухалась. Поднимает Гера Кёнигера нашего, отряхивает его, говорит, что, говорит, Кир, как дела там вообще? Тот детектив наш осматривается по сторонам, и что он видит? Вида успел, он передал записку, и пришел Штайнер, и привел все ополчение, собственно, вся стража просто окружила кладбище. Некрополь этот, он окружен, и Штайнер говорит, Гер Кёнигер, а как вы догадались, что, во-первых, вы окажетесь здесь, и что, во-вторых, типа, что здесь окажется оборотень. На что Гер Кёнингер такой, знаете, делает задумчивый вид такой, проводит рукой по бороде. Ну, у него, правда, нет бороды, но он такой проводит такой. Это долгие годы моей детективной деятельности, дедукции и криминалистики позволили мне предположить, сделать такой вывод, предположение, и, к счастью, он оказался верным. Вот и все. Я не могу сказать конкретно, как это произошло и что случилось. Почему так? Но Вида, слуга нашего Гера Кёнингера, это прекрасно знает, что на самом деле, во-первых, Гер Кёнингер выслушал показания безумного поэта, который залечил ему о том, что, что зло может таиться под маской добра, и наоборот, как бы то, что есть кто-то, кто выдает себя за другого. Также он из-за своих также экспериментов с варпом, он получил дар предвидения. Иногда у него бывает озарение, и он просто видит немножечко кусочки будущего такие. Если ты детектив, который ловит хаоситов, это очень удобно, когда у тебя бывают озарения, которые помогают тебе, блядь, раскрывать преступление. Как в этот еще просто там вот этот чувак лысый из фильма такой: ой, как удобно! Вот, но тем не менее, заканчивается наш рассказ тем, что. Выходят с кладбища люди, выходит хромающий Гер Кёнигер, его придерживает Вида, его слуга, и что солдаты несут тело оборотня, который уже трансформировался обратно в человека, и что вот такая вот история, и что и луна потихонечку заходит за городские крыши, и что еще одно преступление раскрыто. Наконец-то ура и ах. И на этом, собственно, занавес, пошли титры, и на этом наш рассказ «Кровавая луна над Альтдорфом» и заканчивается. Вот, поэтому, ребята, напишите мне сейчас, пожалуйста, понравилось вам или не понравилось. Если у нас еще немножечко времени с вами пообщаться. Если есть вопросы, пишите, тоже постараюсь на них быстренько-быстренько ответить, потому что все уже ушли, уже ночь неплохая такая. Вот такие дела. Что тут у нас было интересного? По донатам. Мерлин Дворф нам скинул 50 рублей в поддержку отчина «Славное будущее под светом Сигмара». Спасибо. Спасибо, Дворф. Приятно. Приятно всегда это слышать и видеть. Хасу понравилось. Было, говорит, ему классно. Да, это здорово. Никита, привет. Вот, Яков, годнота, говорит. Ну что, Яков, я, в принципе, знал, что тебе понравится. Ты славный малый. Никита, да, ты чуть-чуть... Нет, Никита, самое время. Самое время у нас есть сейчас пообщаться. Немножечко. Ночью вампиры просыпаются. Фома, да я знаю, мне сейчас по улице идти по этой промзоне, как бы, и я, возможно... Возможно, это последний стрим, первый и последний, как бы, если я больше здесь не появлюсь, ребята, знаете, что меня петербургская нечисть где-то там загрызла. Евгений Кириллов говорит, ФБ норм, мне нравится ФБ и Карл Франц. Ну, кому же не нравится Карл Франц? А чё оборотня сразу не расстреляли серебряными пулями? Смотри. По сути, Гер Кёнигер, наш детектив, подозревал, что оборотень
это один из людей, которые, ну, тусуются вот в городе, но он не знал, кто конкретно. И только когда Ван Зант повел его по... Он все время бежал впереди. Впереди стражей, впереди Кёнингера, постоянно бегал, ориентировался и указывал направление. Хотя граф говорил, что никогда он не бывал в этом городе. И тогда, уже тогда у детектива началось складываться понимание, что чувак не может знать, раз, ну, типа, городских улиц он здесь не бывал, но он почему-то знает и ведет их всех с собой, как бы, ну, всех за собой. И тогда он стал подозревать, что он не тот, за кого себя выдает. Понравилось скрип двери и голос старого графа. Ну, как бы, ну, это-то. Не актерище, конечно, я профессиональный, наверное, но есть над чем работать, как бы, опять-таки. Насчет решения проблемы мертвецов. Жители провинции, близких к Сильвании, просто закапывают своих мертвецов лицом вниз. Тогда, если дедушка решит выкопаться из могилы, он будет копать вниз. Слушай, Дмитрий Щукин, я не знаю, насколько это правда, но если это правда, это забавно, конечно. Как это в Сильвании происходит. Вот. Зизр, я опять ничего не понял, но одобряю. Ну вот, будешь приходить на стрим и будешь смотреть по ФБшке, будешь потихоньку понимать, вливаться и станешь шарить за бэк, скажем так, ФБ. Кол бери с собой, как бы. Ну, да. Почему бы и нет, пригодится. Никита Филимонов. Не живут вампиры на окраинах Питера неэстетично. Ну, слушай, в принципе, да, но еду-то я через центр домой, поэтому мало ли что. Ну, вот Фома говорит, да, что а если на сфера, то они любят во всяком таком жить, типа во всяких там канализациях, промзонах и прочей. Бранзескам. Рассказы по ФБ туповаты, но почему-то цепляют. Смотри, рассказы по ФБ, они очень много заимствуют. Заимствуют имен, заимствуют сюжетов, заимствуют каких-то концепций, но они прикольные, они цепляют тем, что они погружают как раз-таки в вот этот гримдарк своеобразный. То есть они берут какие-то простейшие ситуации, типа вот убийство, и оборачивают его вот в такое вот... Они берут Шерлока Холмса, оборачивают его в Гера Кёнигера, который типа детектив ловчий хаоситов, как бы, и это становится интересно. Это приобретает какой-то вот такой прикольный свой колорит. Яшко Вон Шурц скинул нам 1 евро. Они наблюдают за тобой из темных окон. Яшка, здесь все окна темные. Здесь темно почти все время. Я выхожу на работу, темно на улице. Я иду с работы, темно на улице. Всегда. И в окнах тоже всегда темно. Вот, сегодня у нас, я смотрел, типа, рассвет был, блин. Рассвет был в 10 часу, а закат в 17:30. Пожалуйста, вот тебе чуть-чуть светового дня и делай, что хочешь дальше. Так. Питерская нечисть — это утопцы или гопники? Это гопники-утопцы. Здесь бывают вот такие. Сергей Данковский говорит: «Отче, вы сходу сразу серьезно повысили планку бэкстримов. Я правда не знаю, что Иван и Тайлер теперь будут делать». Ну, Сергей, смотри, у каждого своя ниша. Потому что мое знание бэкграунда Вархаммера любого, что ФБ, что 40К, он не идет ни в какое сравнение, естественно, со знаниями Тайлера либо Ивана. И поэтому вот они как бы на своей волне катаются и, в принципе, очень грамотно все рассказывают с пониманием того, что происходит, и они могут тебе разжевать все прям вплоть до деталей, как бы. Я, в принципе, тоже где-то хорошо ориентируюсь, где-то не очень, как бы. Ну вот, мне нравится, допустим, ФБ, нравится ее бэкграунд, как бы, поэтому я решил, почему бы не рассказать. Вот, вы решили, почему бы не послушать. Главное, чтобы всем нравилось, чтобы все от этого получили удовольствие. Для этого мы здесь собираемся, собственно говоря. А Никита Ван Зант из власти огня, что ли? Нет, это Ван — это приставка, как Ван Эмрайс, Ван Кёнингберг какой-нибудь. У него фамилия Занд, а Ван — это приставка. Теперь как ФБ по понедельникам? Слушай, я не знаю, Фома, точно по понедельникам это будет или нет, но каждую недельку точно разочек мы будем собираться так чисто лампово постримить, как бы порассказывать ФБшку. Евгений Кириллов говорит: по ФБ есть хорошие книги, мне вот про Наагаша очень понравилось. Да, да, есть очень, да, на самом деле много годных книг по ФБ, много рассказов, много романов, много историй.
И это классно, то есть многие просто не читали, потому что много, правда, информации, много книг, и те, кто с ними не знаком, очень многое теряют, потому что это даже короткие рассказы, вот, которые мы сегодня разобрали, он буквально 30-40 страниц, это все равно очень интересный вклад в бэкграунд, то есть именно быта Альдорфа какого-то, быта именно криминалистов, ученых, детективов, хаоситов и прочего, это прикольно. «Актерища», говорит Гарри, «могешь, но пока это не твое». Ну, пока работаем над этим. Дмитрий, отче, чистая правда, мне довелось путешествовать по старому свету и всякого повидать, не только в Вальдорфе бывал. Ну, значит, понимаешь ты, о чем говоришь, о чем пишешь. В Питере должны быть ведьмаки. Слушай, если мы подразумеваем ведьмак под длинноволосый, элегантный мужчина, как бы да, здесь, поверь мне, таких полно. Не вампиры, так орки с гоблотой самое то, что по окраинам ошивается. Да на самом деле всегда по окраинам кто-то ошивается. Вот на нашем большом стриме, как раз таки, когда я рассказывал про вампиров в Вархаммеровской Италии, как раз таки там были, да, что на окраинах вечно вечно гуляют всякие орочьи, банды какие-то, короче, шляются. Много белок оборотней, еще есть оборотни-бобры в районе метро «Московские ворота». Неделю назад видели таких, очень опасные. Возможно, я ни разу не видел белку-оборотня, как бы. Возможно, встречу расскажу. Так. Никита, чтобы книги по ФБ читать, надо уметь в инглиш, переводов мало. Да, я согласен. Типа, ну вот сейчас, допустим, по Сороковнику тоже на английском я читаю Last Chanters про штрафников, как бы, но потихоньку, в принципе, по ФБ тоже на английском читать я, скорее всего, смогу, но, как бы, это просто не так быстро происходит, к сожалению, как на русском. Ты, типа, ты как бы пролистал, записал, все, ты молодец. Здесь, как бы, много все равно специфичных фраз, специфичных слов, что в Сороковнике, что в ФБ. Это именно уже трудности перевода. Я когда, короче, переводил Deliverance, первую книгу по штрафникам, первую новеллу, там у них было на территории базы строение. Я не мог перевести это слово, то есть я сейчас точно не помню, как оно пишется. Я сам не понимал, что это значит, я переводчик не мог мне объяснить, что это значит. Я, короче, прогнал ее через несколько переводчиков, чуть ли не проконсультировался, короче, там с каким-нибудь солдатом американским. В общем, это одно слово обозначало две башни, возведенные по краям типа ворот и защищающие въезд внутрь базы. И все это одним словом. Как это вот вообще можно было придумать, я не знаю. Но было сложно переводить, но тем не менее справились. Справились более-менее. Что там еще у нас интересного? Виктор Чумашов, давно не был на канале, почему вас отче называют реально священник в обычной жизни? Нет, уже спрашивали, Виктор. Нет, я не священник. Просто первая книга, первую книгу, которую я бэчил на «Блин и сказ», это были «Серые рыцари», и там ребята сделали монтаж на заставку, что я там такой вот так в позе молящегося человека, и отче Виктор, и как-то, знаете, прицепилось, понеслось. Ну, в принципе, я не против, прикольно. Вот, я в университете в свое время изучал теологию, поэтому как бы за Христа тоже пояснить могу в случае чего. Фаверн. А, Фома и прочие добрые люди, здрасте. Приезжайте в Красное Село, много кого увидите. Иван Зеленин пишет. Иван, да, много, в принципе, везде и так, чего можно посмотреть. Но в Красном Селе тоже, наверное, думаю, есть на что можно глянуть. Евгений Кириллов говорит, по 40 тысяч книги огонь, но с орками я измучился, сидел, слушал стрим, англо-оркский язык я не осилил. Ну да, это, как я уже говорил, трудности перевода и специфика. Так, все в принципе у нас здесь понятно. Тут мы прочитали, тут мы молодцы. Лили Грахам
Очень не игнорь мой привет. Привет тебе, прости, я не хотел тебя ни в коем случае игнорить. Просто чатик листается, не все успеваю читать. Каков нахал? Я не нахал, я просто... Время ночь, я уже немножко расклеился, не совсем читаю. Читаю через раз, короче, потому что я сегодня сидел просто на диване и откисал как бы от всего происходящего. И сейчас меня еще вот загнали на стрим. Тут Лейла отче. Лейла, ты здесь? Подскажите, что делать, если девушка выглядит как сестра битвы, даже по пропорциям, а я космодес, она сестра. Слушай, это как я сегодня в начале стрима говорил, подходишь к ней, говоришь, ты славная баба, я славный мужик. Ну и потом, как бы, если она тебе не заколотит до смерти чем-нибудь, то, в принципе, я думаю, все у вас будет хорошо. Зизир говорит, англо-оркский, оркский, это ближе к французскому, так как орков называли норманов, приплывающих грабить Англию. Слушай, вот это интересная теория, однако же, смотри, у Толкиена, «Властелине колец», если ты читал, ну, либо если кто-то из ребят читал, он называл, он как-то пописывал орков, он брал орочий язык и, в принципе, придумывал орков, глядя на английских футбольных фанатов того времени. Ну, вот этих скинов каких-то там, футбольных фанатов и прочих, ну, вот, неадекватных ребят. Поэтому, как бы, вот, не знаю насчет того, что называли ли норманов орками, потому что я такого не слышал, если честно. Понял, принял, выдвигаюсь к сестре. Ну, Хас, я надеюсь, это тебе поможет, если что... Если что, этого разговора не было. Вот. А вообще прикольно, да, именно в этих аспектах перевода, да, прикольно, на самом деле, находить какие-то словечки, знаете, такие своеобразные, что для Вахи, для Вселенной, что для ФБшки, что для каких-то фракций, да, то есть был какой-то кодекс у орков одно время, он был на орочем языке написан, как бы, то есть. И, ну, читать было сложновато, поэтому потом от этой практики отказались, но тем не менее. О господи, сестра битвы и Марин, император храни. Зато представляешь, какие у них родятся дети, сказал бы я, но шучу, потому что, насколько я знаю, космодесантник детей иметь не может. Это грустно, но тем не менее. Ну, Хас, я не про тебя, если что, конечно. Ты хороший космодесантник. Англо-оркский язык, типа, говорить на английском с ужасным акцентом. Ну, да, да, типа, просто коверкание. Как вот у нас на русском людишки, юдишки. То же самое, в принципе, вот. А Михаил говорит, орочий язык в 40К это кокни. Акцент английского характерен для низких слоев общества, вот в... Вот один в один. Да, то есть я про это и говорю, что специфичный говор как раз таки английских вот этих отребьев, низов общества. Евгений говорит, да, отче, первые орки это как раз таки неформалы, хулиганы, скины и т.д. агрессивные молодые люди. Ну да, потому что Толкиен как раз таки начинал работу в то время, когда в Англии творился достаточно такой беспредельный беспредел, как бы. Хас, она просто низенькая, а я высокий. Так это ж на самом деле классно. Ну, у меня, допустим, девушка тоже низенькая. Поэтому мужчина должен быть выше, потому что мужчина, типа, это такой, весь такой защитник и брутал. Это очень просто делать, когда у тебя низкая девушка. Вот секрет фирмы, ребят. Ужасным акцентом, это как 3A, Thierry Aria, да-да-да, English Language, собственно говоря. Язык быдла, говори проще. Не, ну как, я не, слушай, не знаю, быдло понятие растяжимое по мне, так,
как «Школу рока», если смотрите, там Джек Блэк рассуждал на тему быдла, говорит, что типа вот, кто строит заводы, типа там и прочую фигню, говорит, типа, кто засоряет природу, те быдло, как бы, кто всякие там конформисты и прочие, те, говорит, тоже быдло. Поэтому здесь у каждого свое понятие, конечно, кто быдло, кто не быдло. Не обижать маленьких, Фома, так я не обижаю, наоборот, я говорю, что маленькие женщины, это классно, это прикольно, это нужно. Маленьких проще носить на руках, да, да, но опять-таки, слушай, когда ты найдешь ту самую женщину, какого бы размера она ни была, ты все равно будешь носить ее на руках. Ну или на тележке катать перед собой, в принципе. Главное, чтобы всем, все были счастливы и рады от этого. Просто иногда бывает неудобно целоваться и т.п., но это мелочи. Ну это, во-первых, мелочи, а во-вторых, представь, во-первых, девушке в этом плане гораздо неудобнее, я думаю, чем парню. Гарри, не коси под Ваньку Андрея, топи свою марку. Да здесь на самом деле, знаешь, даже как-то косить смысла, наверное, я не вижу, потому что нужно как-то, чтобы у каждого была все-таки своя специфика. Если иначе, если мы будем просто под копирку шлепать Ваню и Андрея, как бы они классные ребята, я сейчас ничего плохого сказать не хочу, но зачем делать что-то такое же, если ты можешь постараться. Пусть это будет поначалу там хуже или лучше, но что-то уникальное. Что-то свое, с какой-то там своей спецификой. Если женщина будет размером с космодесантника, я сломаюсь. Слушай, кто угодно сломается в такой ситуации. Толкин был толковым дядей из... 5 языков сделал один, но какой? Какой? Женщины размером с космодесант это АОС. Не к ночи помянут будет. Ну да, да, своеобразные барышни в АОСе. Сэр Смау говорит, как-то раз я был знаком с высокой девушкой, так от мне было некомфортно. Ну, находите свои размеры. Еще до Зизир нам говорит, еще до завоевания Англии Вильгельмом из Франции приплывали мужики быдловатого вида с целью поубивать и поразвлечься. Вот таких и называли орками. Возможно, слушай, из истории раннего средневековья, скажем так, Европы, я с ней знаком только по сериалу «Викинги». Кто смотрел, тот поймет, как бы, то есть там никого орками не называли. Вот, но там прикольно, кстати, в первой серии «Викингов» есть отсылка на Русь. Там был классный момент, когда они сидят в зале Ярла, и он такой, мы, говорит, поплывем на восток. Рагнар говорит, поплыли на запад. Он такой, нет, мы поплывем на восток. Он такой... На востоке, говорит, Русь, там, говорит, бедные, говорит, мужики, мы их настолько, говорит, уже заграбили, говорит, что там уже грабить нечего, говорит, они такие же бомжи, как и мы. Вот, он такой, типа, да не, говорит, все нормально, все равно поплывем на восток. Вот, хотя, на самом деле, если изучать историю Руси, там, и средневековую, раннего средневековья, то на самом деле были у нас люди, которые на ладьях плавали и грабили, и резали, да убивали, как бы это не только, скажем так, это не монополия была викингов, любой мужик, который мог собрать банду друзей с топорами и мозрячить какую-нибудь посудину, которая не утонет за 5 минут, мог, в принципе, вполне себе кого-нибудь там грабить. Вот, поэтому и русские плавали, грабили, и норманы плавали, плавали, грабили, да и франки, в принципе, тоже периодически баловались этими. А, викинги меня тилтанули. Я не знаю, что это. Я не разбираюсь в этих ваших модных словечках, типа там... Я знаю, шрифтануться хорошее слово. Вот. Так ведь был путь из варягов греки на Руси. Да, 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 был, плавали, плавали знаем, как говорится. Так себе сериал.
Смотри, он очень своеобразен. Ну, как очень своеобразен? Он очень медленный, он очень медленно раскачивается. Там на одну серию с экшоном приходится 3 серии с разговорами, как бы. Но, в принципе, если нравится именно вот какая-то вот эта скандинавская атмосфера, атмосфера вот этого раннего средневековья, посмотреть можно. Можно. Да, это там не какая-нибудь там высокобюджетная, типа «Игры престолов» либо прочего, но для своей аудитории на свои деньги, как бы, сериал хороший. То есть ничего плохого про него сказать не могу. Да, он не супер динамичный, не захватывает, и под конец начался твориться какой-то адский трэш, как бы, и я перестал его смотреть, когда умер Рагнар, то есть я посмотрел там еще несколько серий, и сюжет очень сильно разветвился. Стал он хуже или лучше, я не могу сказать, но он сильно разветвился. Евгений, в кровати чувствуешь себя как в горах. Ну, слушай, тут каждому свое. Сэр Смау, как бы князь Олег грабил Византию 2 раза и удачно. Ну да, да. То есть бывало и такое, я согласен, как бы, что и Олег грабил Византию, и Владимир в свое время приводил войска на водил войска на Византию, как бы, по своим уже причинам, но тем не менее. А Русь — это помесь римлян, германцев и скандинавов. Ну, смотри, Хас, здесь такая ситуация географически интересная, что Русь-то впитывала все вокруг нее из запада, из востока. То есть, как бы, если посмотреть, допустим, на какой-то быт в плане жизни, то есть это, конечно, да, он похож, допустим, на Восточную Европу, похож на Скандинавию, на ту же, да, то есть по какой-то, по своим каким-то аспектам. Если брать какую-то утварь, если брать какую-то именно, допустим, ту же броню, то броня очень сильно походит больше на восточных соседей, то есть именно такой лемерной вот этот доспех и прочего, и прочее, прочее. То есть Русь брала отовсюду, из запада, из востока, то есть в свое время. Но насчет помеси римлян, как бы, это уже после, когда Византия начала распространять свое влияние, и после крещения там, как бы, да, то есть уже и начали римские какие-то вещи попадать. А, да, и там бомжи, и здесь бомжи. Ну да, 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 да. Я 4 сезона посмотрел, и я упарываюсь по скандинавистике. А, ну да, то есть я говорю, тем, кто нравится, он зайдет хорошо. Типа, я посмотрел, да, мне тоже заезжало одно время, потом стало просто не очень интересно, и, ну, для меня конкретно. По скандинавской именно мифологии какой-то и культуре, да, прикольно, мне тоже нравится. Я читал в свое время, изучал скандинавскую мифологию про Локи и его невероятные приключения в образе лошади и прочее, прочее. Вот, поэтому прикольно. Затонин, смотрели ли вы сериал «Молодой папа» и как вам его? Я смотрел сериал «Молодой папа», посмотрел, не могу точно сказать сколько, но прикольно. Прикольно в том плане, что сериал не боится показывать какие-то аспекты. То есть не может быть такого, чтобы в России, знаете, сняли сериал «Молодой патриарх». Нет, сериал никогда не пропустят, его сразу же прикроют. А здесь, как бы, больше свободы у ребят, у съемочной именно компании, группы. Сняли классно, сняли, отлично подобрали актеров, отлично подобрали сценарий, какой-то вот этот антураж, атмосферу Ватикана передали хорошо. Очень классно, и много есть крутых всяких моментов, когда сидит новый папа, молодой, курит сигарету, ему говорят, типа, чувак, здесь курить нельзя, это, типа, запрещено. Он такой, да, кто это запретил? Ему такие, как кто, типа, папа, там, Бенедикт какой-то, он такой, ну, я не знаю, заметили вы или нет, но теперь здесь новый папа, как бы, поэтому вот. Классный сериал, хороший. На фоне современных соевых сериалов Игорь говорит нам, викинги очень брутальные и крутые. Да, да, они брутальные и крутые, там все равно нет-нет, да, местами проскальзывает линия вот сильных и независимых женщин, но как бы там она вплетена органично. Вот почему я тогда на стриме бомбил, когда на новогоднем по поводу Ведьмака, потому что там это неорганично вписано, но есть примеры, когда это вплетается в сюжет настолько хорошо, что ты это принимаешь как факт, как данность.
То есть, допустим, в плане феминизма и сильных независимых женщин в «Викингах» это сделано очень классно, очень годно. Это прям очень достойно, мне понравилось. Это как вот ЛГБТ сейчас, знаете, везде тоже пропихивают. Ничего не могу сказать, не за, не против, как бы это дело каждого. Но, допустим, есть сериалы, где прям вырви глаз, ты это наблюдаешь, и тебе прям сложно это смотреть и вплетать это в атмосферу и в сюжет. А есть где это, вот, допустим, в последнем, во втором «Оно» один из персонажей был гей. Но это не, это настолько ненавязчиво и как бы подали легко и просто, как бы, что ты это принимаешь просто на автомате, скажем так. То есть для тебя в этой истории это органично смотрится. Также, в принципе, можно всегда так делать, но, к сожалению, не у всех не хватает таланта и желания. Адам говорит: народ, кстати, пользуясь случаем, спрошу, какие сериалы можно посмотреть. Ну, насоветуйте что-нибудь Адаму, я, к сожалению, сейчас сериалы не смотрю, ничего сказать по этому поводу не могу. А, что там у нас? Что там у нас? Викингов беда с материальной культурой. Слушай, я не знаю насчет беды с материальной культурой, потому что у викингов, если мы говорим о реальной Скандинавии, а не о сериале, а именно о реальности, у них очень много саг-легенд и прочего, потому что искусство военное ценилось наравне с искусством ремесленника и с искусством именно слова. То есть, если скандинав там был не супер крутым воякой викингом, но при этом он умел, допустим, слагать классные оды и быть крутым скальдом, как бы, его тоже очень ценили и уважали за это, как бы. Поэтому и в плане ювелирного дела у них очень много крутой тонкой работы, которая была очень классной в свое время, потому что они там добивались прям очень, и для них было важно добиться признания, как бы, вот в своем деле. Сэр Смау говорит: Святослав давал прикурить всем, кто попадал под руку, но, увы, засаду прохлопал, так как он всех запугал словами «иду на вы». Ну, знал бы, где упаду, там бы еще отряд поставил. Евгений Кирилл говорит, что Кислев — это скорее русское царство плюс Речь Посполитая, более поздний период. Слушай, да, но я думаю, больше все-таки это Речь Посполитая. А от Руси там, по идее, только, наверное, блин, имена немножко и немножко медведей. Но все-таки большинство — это как раз-таки Речь Посполитая. Молодой Кирилл. Да. То есть, такого, к сожалению, у нас никогда не снимут. Ха, наконец кто-то сказал правду, что Ведьмак говно. Ну, слушай, говно не говно. По-разному можно оценить этот сериал. У него есть, безусловно, плюсы. Но у него есть такие недостатки для меня лично, что я следующий сезон смотреть не буду. Да, Netflix, спасибо им, что они выкладывают целиком сезон. Смотрите, пожалуйста, типа, наслаждайтесь. Но смотреть я дальше не буду, потому что я читал книги, я играл в игры, я люблю эту вселенную и не хочу портить впечатление, скажем так. Яков, давай пока, не болей, очень бойся говорящих теней. Спасибо, блин, Яков. Тебе хорошего вечера. Давай. Участвовал ли Катай и Инт в важных событиях в ФБ? Слушай, пока что все, что по ФБ я прочитал, это, ну, именно по поводу Китая, это отсылки в плане каких-то, знаешь, китайских шелков, китайских какой-то утвари, послов, купцов и прочего. Конкретно важных событий из ФБ я, к сожалению, тебе сказать пока не могу, но если вдруг что-то найдется интересное, то по-любому это все изучу. Потому что это важно. От Руси в Кисливе разве что косари, все остальные — это поляки. Да, Никита, в принципе, ты прав. Больше все-таки поляков. У Netflix есть сериалы куда лучше. Да лучше есть, я не спорю. Netflix умеет делать хорошие сериалы, но они хороши в камерных историях, вот как «Очень странные дела». То есть локальное, городок, герои, сюжеты и ситуации. Это да, у них получается хорошо. Но у них не очень получается в масштаб. В масштаб, в повествование, как бы,
тут сложновато им. Но, опять-таки, я не знаю, экранизация Ведьмака, если бы занимался кто-то другой, я не знаю, какой бы получился результат, потому что. Ничего не могу сказать. Отче, полностью согласен с тобой. Первое, что повлияло на мое мнение, это впечатление первое о книге, поэтому и негатива столько. Для меня это не тот Ведьмак, который покорил мою душу. Да, Адам, в принципе, я согласен. Персонажей попали не очень, и мы все знаем по каким причинам, и... Ну вот, вышло как вышло. Плохой ли сериал? Нет, неплохой. Он дорогой, он богатый, смотреть его можно. Хас говорит, согласны ли вы с мнением, что Россия — это Третий Рим? Хас, в истории человечества появлялось очень много наций, которые говорили, что они Третий Рим, Первый Рим, ну Первый Рим-то понятно, Второй Рим и прочее. Империи приходят и уходят. Какой бы ни была крутой твоя империя, я же не говорю про какую-то конкретную, но какой бы крутой она ни была, она со временем все равно она со временем войдет в стагнацию, в деградацию, и со временем она все равно разрушится. Это, к сожалению, вот такой цикл истории. А Сергей говорит, отче, я имел в виду декорации и костюмы в сериале. Мне довелось полисать... Здесь, да, декорации и костюмы... Ну, блин, сейчас нелевгардские доспехи не пнул только ленивый, по-моему, в свое время, когда только выходили первые видосы со съемочной площадки. Иван, это ты сейчас скинул какой-то пример нам саги скандинавской? Кстати, а как вам Дракула? Мне очень книжка Брэма Стокера нравится, но и сериал норм. Ой, Брэма Стокера не читал, скажу сразу, видел. Самый крутой Дракула — это Дракула с Лесли Нильсоном, называется «Дракула мертвый, но довольный», по-моему, достаточно старый фильм, 90-х годов, комедия, очень смешная, очень крутая. Зизир говорит, меня больше расстроили актеры, какие-то арабы, пакистанцы, негры, я думал, Ведьмак — это Восточная Европа. Ну, Сапковский, естественно, написал Ведьмака с отсылкой на Восточную Европу, как и с мифологической точки зрения, так и с персонажей, скажем так, точки зрения, но, опять-таки, нигде это не написано, что это вот то, прям Восточная Европа и все. Ну, ребята так подошли к делу. Netflix, он как бы любит экспериментировать, знаете ли, да, с цветами. Ну, опять-таки, каждому свое. Это отрывок из песни «Мельниц». А, ну, окей, ладно. Ну, похоже. Будет ли вторая часть начинающего Wargamer? Будет вторая часть. Сейчас у нас мы подснимем, еще подкопим репортов. А, и на этой, на фоне них будем уже анализировать, делать какие-то подсъемы и делать какие-то выводы. Пока сейчас, к сожалению, материалов маловато. Материала именно для формата именно... Потому что, ну, начинающего Wargamer, потому что нужно все равно что-то рассказать, все равно, как бы, чтобы был какой-то... Был какой-то прогресс или регресс, наоборот, что было, чтобы анализировать. Я смотрел «Спартак», «Кровь и песок», «Пикок», плюс «Боги арены». Очень понравилось, хотя бюджет очень маленький. Ну, там просто именно он, «Спартак», «Кровь и вино» берет именно своей стилистикой, потому что это вот такой а-ля 300 спартанцев, такая слегка комиксный стиль, прикольно. Адам говорит, извините, Рим и Россия — бред. Что сделала Россия и что сделал Рим? Если сравнивать, то сразу встает... то сразу понятно, что... Вокс помехи. Адам, не забывай еще про такую вещь, как время и эпоха. То, что в свое время делал Рим, Россия сделать, ну или любая другая сейчас страна, не может, потому что другой сейчас мир, другое время, другие люди и общество другое. Нельзя просто прийти, собрать кучу мужиков, завоевать соседний город и сказать, это теперь мой город. Нет, есть такая вещь, как ООН, есть такая вещь, как НАТО и прочее. Как бы это теперь так не работает. Теперь люди больше дипломатии. Сэр Смау говорит, от Ведьмака у меня полыхнуло, когда я увидел Вильгефорста и был в ярости, что мага, который дал люлей Геральду, превратили в тюфяка. Да, мне это тоже этот момент зацепил.
Круто было бы посмотреть Геральда в исполнении Лесли Нильсона. Я думаю, Лесли Нильсон был бы очень своеобразным ведьмаком. Не, ну персонажи в книгах сразу и в сериале это просто небо и земля. Нет, сразу нет, потому что персонажи в сериале отыгрывают именно персонажи в сериале. Им как бы, у них, я так понимаю, такая задача, потому что с книжными персонажами ни по характерам, ни по описаниям, естественно, они не попадают. Ну, такое вот у них, такое решение Netflix приняло. Вот, ладно, ребята, давайте потихонечку будем с вами закругляться. Поэтому давайте всем напишем друг другу пока-пока, спасибо-спасибо. Вам спасибо, что посмотрели, спасибо, что пробовали со мной эти 2 часа. Было очень классно с вами пообщаться. Надеюсь, Бэкчанский вам понравился. Что еще тут можно сказать? Будем продолжать, будем долбить в эту стену ФБ, будем искать какие-то интересные рассказы. И будем развивать этот контент. Все Хаса понесло. ГГВП отдам. Тебе спасибо. Хас, спасибо тебе, что смотрел. Всем спасибо за стрим. Фома говорит и за рассказ. Фома, ну, как бы, куда мы без тебя? Сарасмау говорит, давай, отче, пока иди отдыхай. Все, пойду отдыхать. Мне еще сейчас пробиваться через толпы нежити ночной. Поэтому все, ребята, давайте потихонечку я закругляюсь. Всем пока. Играйте на хорошем террейне. Мы будем здесь. YouTube, сайт, все для вас. Продолжаем каждый день. Выходит что-то новое. Пока. Целую.